Представь, что новые технологии позволяют тебе передавать запах. Плюсом ко всему тому инструментарию, который у тебя есть. Про что ты снимешь первое кино с запахом? Первое. Твое первое кино с запахом. У меня сейчас прям даже внутри вот это я. Я ехал на велосипеде Берген-Зуна. Это пригород. Ну, это за Роттердамом, от Амстердама, там это ближе к Северному морю уже, в той стране. И я ехал в парке, там было очень много цветов, очень много деревьев. И первое, вот про что бы я снял, потому что мне это коснулось лично, так как я аллергик. И люди, которые больны астмой, больны аллергией, они бы меня, наверное, помнили. Я стоял в обнимку, у меня аллергия на клен, который, в принципе, не вылечивается. У меня здесь совершенно по-другому все. И каждую весну я не могу уехать куда-то на природу, потому что, ну, друзья уезжают, потому что я весь под пафобазолом, это вот состояние сна там каким-то, потому что очень, когда сильные приступы бывают, и невозможно дышать. А там я ехал на велике. Я стоял в обнимку в тот момент, как раз весна, и когда клен начинает вести вот это масло, и я чувствовал его запах, и у меня не было аллергии. Мне было совершенно спокойно, потому что рядом были какие-то классно растущие цветы, и я бы сделал на контрастах, что клен клену рознь, что те люди, которые больные астмой живут в каких-то пыльных городах типа нашего, и, ну и огромных, да, таких у нас где есть, поэтому, что им постоянно надо, им нужен морской соленый воздух. И, наверное, мне бы хотелось бы, прямо вот если бы это было, мне бы, наверное, хотелось бы передать запах морского, вот, именно соленого, со соленого моря, а еще лучше, наверное, круче океана.